мисс Мейбл. Алло! Алло! Это мисс Мейбл. Запретят нам носить оружие из-за этих идальщиков. Наконец-то хоть кто-то. Что-то ты долго. Алло! Алло! Это мисс Мейбл. Алло! Я хочу принести извинения Персик! И в частности, пожилая женщина просит тебя об услуге. Не делай вид, что не слышал. До чего мы докатились? Все то, что случилось в церкви, произошло по вине помощника. Объешься сектантов, живот заболит! Пособника злодеев. Пособника злодеев. У меня нет на это времени. Он послушался прямых приказов и действовал по своей воле. Найдут, а ну, и он понесет наказание. Тупое животное. Уверяю вас, что ничто не угрожает ни вратам Эдема, ни семье. Персик! Я, наконец, постиг Персик! Вашу высшую цель. Все должны пройти по пути. Ну уже первый итальянец. Не хватало еще остаться без драгоценностей. Впрочем, неважно, кто ты. Я хочу принести мне нужна помощь членам брата Дэма. И в частности отцу Иосифу Сиду. Мы... Если тут водится какое-то животное, значит, я делала его чучело. Персик! Персик! Наконец-то хоть кто-то. Что-то ты долго. Эти уроды разнесли дом, пытаясь убить мою кисулю. Она расстроилась и решила отомстить. А уж я-то знаю, Персик, она этим хиппи глотки перегрызет. Наверное, она бродит в ближайшем лагере. Оттуда несет подмышками и консервами. Значит, эдемщики где-то рядом. Ступай и найди ее. Не забудь вкусняшки. Персик, прям как та шлюшка Драбман, кидается на свежее мясо. Ради него на край света пойдет. Верни мою кошечку. Желающие могут починить. Кто бы еще их самих починил? Привет, Мейбл. Случилось неизбежное. Вчера Нудл покинул нас, пока спал. Теперь в доме станет так пусто без этого ленивого увольня. Мне бы хотелось оставить его. Я могу переслать столбик, по которому он лазил. И мышь, чтобы положить ему в пасть. Он так любил их есть. Я не знаю, делаешь ли ты чучело змей. Ох, извини. Забери его, когда будет время.
надо найти мою кисулю, пока она не съела какого-нибудь удальщика. От полуфабрикатов и расстройного желудка. Сомневаться в вере. Да, мы идем за верой. Странно.
удовлетворение желудка, я за тобой убирать не буду. Если ты думаешь, что получишь деньги за доброе дело, у меня плохие новости. Ну что, довольна? Я так волновалась за тебя. Признаться, думала, больше тебя не увижу. Мне-то казалось, ты туповат. Но, похоже, я ошиблась. Вот что. Забирай эту чертову кошку. Мне было так спокойно, когда никто не требовал еды, воды и внимания. Ну вот и все, ступай. Ah!
Хватит, хватит. Помогать и лапать немного разные вещи. Я видела, как эта потаскушка Драбман 10 минут пялилась в свой сотовый телефон. А этот чудик, сынок ее Ксандр, у которого, кстати, очень странное отношение с матерью, сказал, что она делает селфи. Это сейчас так фотографии называют. Вот дурость-то. Но она извивалась, как дешевая проститутка, надувала губки и строила глазки. И зачем-то хотела все это заснять. Глаза мы этого не видели. Совсем я перестала понимать людей. Если покраса незаметно... Помогите белой женщине! Кто-нибудь!
Идем. Кончите пуму! Назад! Вторая поправка – это вам не хрен собачий.
план. Кончай с предательницей и ищи дальше. Thank you.
Это страх, инстинкт. От него никуда не деться. Из-за него мы создаем связи, которые защитят нас от неудачи. И даже если мы провалимся, мы будем не одни. Страдание не любит одиночество. Твои друзья потерпели крах и тянут тебя за собой. Но я желаю тебе добра. Я буду рядом. Когда придет время. Thank you.
Ты какая-то важная персона? Индюшки не такие уж тупые. Лучше держаться от тумана подальше. Он опасен. Чего верить, кому помочь первым? На кого положиться? Когда ты ступишь на путь, ты все поймешь. Настоящая пума. Класс. Пойдем. Эдемщики не будут здорово взяться, чтобы разгромили их обидеть. Мне бы глушитель, а то уши болят. Всех наверх! Эдемщики отправляют своих ангелов и убийц в паломничество. Раньше это место было для них важно, теперь они захотят его себе вернуть. Слышал, они направляются сюда. Нужно занять оборону во что бы то ни стало. Вон там пулемет и еще полно всяких жестких ништяков. За работу! Опаснее эдемщиков может быть только медведь. Эта кошка слишком милая. Кажется, меня накрывает. Это вроде как святое место. Даже не знаю, мы сейчас... Проблем же не будет. Мы готовились к стихийному бедствию. Видишь, а тут сумасшедшая секта. Интересно. Помощь идет! Я все еще чувствую на себе взгляд Веры. Попадись, Вере. Отвлекся, день для бомбежки. Цель найдена, мать я. Ясно.
Есть контакт! Мы могли бы организовать здесь укрытие для раненых. Закройте уши!